Всем привет! Мы продолжаем играть в Ассасино Синдикат. И если вы смотрите это видео, значит предыдущее набрало 200 просмотров. С чем я вас поздравляю, 200 просмотров на канале с 7 тысячами людей. Ну, не суть, не суть. Так, нам нужно добраться до лаборатории, но убить врагов подвешенными бочками. Вот этого я немножечко не понимаю. Где эти подвешенные бочки? И как ими убивать? Так, это не прыжок, Вера. Подружка моя. Вот это прыжок, Вера. Слушайте, дерется она просто вообще шикарно. Подожди, я не хотел. Можно его спрятать здесь? Спрятать тело действительно можно. Хотел обыскать сначала. Котелки, правда, остались. А, нет, смотри, прячет. Нормально. Оп! Оп! Подвешенными бочками. А, вон они. Вижу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вон, давайте вот так убьем. Ты не хочешь? Да. Так, парни, бросьте нож или выстрелите в подвешенные бочки, чтобы они упали. То есть не обязательно подходить. Угу. 2 из 5. Не достает. Че, меня увидели, что ли? Да ладно вам. Блин, парни, вы меня напугали. Так, вот еще 2 товарища, которые... Все мне можно. Метательный нож, дашь? Метательный нож, парни. Отлично.
что-нибудь такое. Прекрасный прыжок в исполнении дамы. Здесь какая-то женщина! Никого здесь нет, не выдумывай. Не дал мне спокойно пройти на лабораторию. Это плохой, да? Слушайте, убивает она их, конечно, вообще. От души в душу душевно. Так, оттуда. И чё? Чё? Прыгни обратно, пожалуйста. Я тебя умоляю. Прыгни обратно. Прыгни обратно, обратно прыгни. Так, почти. Где же лаборатория Брюстера? Я уверена, где-то здесь. Тайная лаборатория? Так-так. Пора мне поучаствовать в допросе. Поговорите с пленником. Сижу и, главное, пытаюсь выглянуть из-за монитора, чтобы увидеть, что там. Я, знаете ли, попал в непростую ситуацию, но вы спасли меня. Где лаборатория? Развяжите меня, начнем переговоры. У меня нет времени. Живо говори. Она под землей. Понадобится ключ. Мой стащил один из охранников. Спасибо. Пардон, а развязать меня? Ты смог влезть в это, сможешь и выбраться. Я верю. Конечно, миледи. Думаю, я смогу вспомнить парочку старых трюков. Прекрасно. Исчезла. Непростой парнишка. И вместе с ним исчезли охранники. Зашибись. Нормально. Бросить бомбу. Так, я тут как-то залезал же.
Пацаны, отчаянные черти. Куда ты прыгнула? Че у меня ваше орлиное зрение сейчас? Вот сверху зайти. Что ты делаешь? Спрячь ключ, а то мисс Торн твои кишки на подвязке пустит. Может, заглянем вниз? Хочу посмотреть на артефакт. Тебе что, жить надоело? Ну то этого чувака ключ, да? А, украсть. Эти обнаружили золотые. Это их дом, в конце концов. Не твое дело. Я скормлю их коту. Бедные крыски. Вроде все тихо. Не спрыгни, спрыгни! Нет, не стоит. Держи ключ при себе. Главное об этом почаще говорить. Ну и кретин. Может, ты свалишь отсюда? Заглянем в лабораторию. Одним глазком. Да нет. Кошка какая-то измазанная вся. О, здорово, пацан. Так, а здесь что-то есть. Ты хрен здоровый. Вот он странно себя ведет. Спрыгни, 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 спрыгни! Уа! Очень странное поведение было сейчас. Вот это вход в секретную лабораторию. Просто ныкаться можно. Так, а где же? Что же? Если не здесь, может, на втором этаже? А, вон ящик лежит. Дымовые бомбы.
видимо, единственный минус из-за того, что она за все цепляется. Таскать такие огромные тела вообще. Понятно. Тут же еще один стоял. Ребята что-то разглядывают. Спрыгни, я тебя умоляю. Ну вот паркур, конечно, здесь шикарно сделан. Единственное, она не всегда хочет куда-то запрыгивать. Так, алло, а мне куда? Ящик. Ты будешь прыгать вверх? Ты будешь прыгать вверх? Понятно. Чувак даже не заметил вообще, что рядышком его товарища убили. Тихо-тихо-тихо, никого здесь нет. Никого. Так, отходит туда-сюда, да, наверное?
Без шума и пыли. Кидает как мешки просто с дерьмом. Где же вход в секретную лабораторию? Как вы считаете? Ты мне не скажешь, дружок? Видимо, нет. Точка подхода, точка подхода. А толку-то от этой точки подхода? Тут еще один остался. Там кто-то дерется. Так, они сказали, он точнее сказал, что вход где-то под землей. Ну, здесь нет ничего. Я понимаю, что через орлиное зрение надо все это делать, но я не вижу. Вход в лабораторию Брюстера. Это секретный вход? Никогда не подумал бы за дверью. Навыка получено. Улучшение навыка. Зарабатывайте опыт, разблокируя черты, выполните 100 единиц опыта, приносите навыков. О! Вот это интересно. Так, бой, скрытность, экосистема. Получить бонус к скорости. А, это у меня все есть уже, типа. Заметное убийство и с позиции на цель. Нажмите их, чтобы незаметно убить двух врагов одновременно. Неплохо. Автоматически собирай добычу врагов, которых вы убили отдельно. Вот, тоже неплохо. Чтобы похитить ничего не подозревая противника и увести за собой насильное. О-о-о. Над задание. Задание. Взламывать сундуки, закрыть сундуки, где могут быть деньги, ресурсы, награды. Неплохо. Следующий удар автоматически приводит соперника в предсмертное состояние. Увеличить до 7 пер... Я возьму, пожалуй, двоих сразу убивать. Почему бы нет? Двойное убийство. Приобретено. Ха-ха. Так, увеличить запас здоровья на одну ячейку. Увеличить допустимый период времени бездействия во время выполнения комбо-удара. Так, взломать зоны. В режиме вы сможете видеть врагов сквозь стены и отмечать их. О, вы находите больше обычных ресурсов. Блин, больше ресурсов, автосбор или... Короче, автосбор возьму.
Класс. Дабл килл. Ты можешь пострадать. Слушайте, автосбор, в принципе, удобный. Не надо париться. Вот еще два парня, которые ничего не подозревают. Тере-те-тере-те-тере-те-те. Куда ты прыгнула? Найдите сэра Дэвида Брюстера. Мало того, что он сэр Дэвид, так он еще и Брюстер. Музыка здесь очень классная. И скрипка, и виолончель. Оу. Это она. Увеличьте напряжение. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн? Нам срочно нужны результаты. Это мисс Торн? Он сделал себе пластическую операцию? Сторон. Бейте Брюстера с воздуха. Простите, но мне это кажется исключительно плохой идеей. А их тут до хрена просто овер. Просто шутка, Рейнольдс. Когда мы раскроем тайны яблока, Лондон будет принадлежать тамплиерам. Ассасины падут. Дарвин станет историей вместе со своей бородой. Мисс Торн такая женщина. Злобная, да? Но какой ум. Я наведу порядок, точно не показал. Я здесь. Да-да-да. С какой же грацией и легкостью она перекидывает через себя этих огромных мужиков. Так, убить. Так, а эта хрень на втором этаже, видимо, да? Ладно, я иду на второй этаж. Да залезь ты сюда уже. Или не на втором? Я сюда же пришел. Из
Мисс Торн. Нужна стабильность. Обратите внимание на цвет. Осторожнее. Да, вот оно. Наконец, что-то стоящее. Я надеюсь, никто не спалил. Мисс Торн пытается вступиться. Не хочешь залезть сюда вообще-то, подружка? Смотри, их несколько, мисс Торн. Одна была наверху, другая снизу. Но еще столько нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело. Вам не остановить старика. Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Платочек. Теперь все взорвется к чертовой бабушке. Я там не подобрал кое-что. Надо выбираться отсюда. Подожди, я хочу тут подобрать что-нибудь. Ого! Неплохо. Вперед. На этот раз повезло. Надо найти выход. Причем я же ничего не сделал, просто убил этого мужика. А в итоге лаборатория ёкнулась. Так, почти. Классно сделано. Иди, иди. Простой план. Оценить это воспоминание. Тоже на четверочку. Что это за взрыв? Какой взрыв? Иви? Частица Эдема взорвалась вместе с лабораторией. Это невероятная магическая железяка. Я потрясен. То, что ты не ценишь ее, еще не значит, что... Все прошло по плану, да? Небольшая проблема. Небольшая? Лаборатории конец. Джейкоб. Окрушение поезда. О, как он мог. Жуть. Я был в поезде, когда он сошел с рельсов. И я устранил цель. И Брюстер тоже мертв. Значит, все-таки удалось, несмотря на вас двоих. А как же Лондон? А что Лондон? Мы зря тратим время здесь.
Вы не хуже меня знаете, что Лондон под властью тамплиеров уже сотню лет. Пока что они еще слишком сильны. Терпение. Они нашли еще частицу Эдема. Сэр Дэвид мертв. Они не смогут ее использовать. Совет даст нам указания. Уверен, их решение поддержал бы и ваш отец. Я буду дожидаться вас в Кроули. Терпение, Иви. А, кажется, я слышу шорох ускользающих возможностей. Так в чем же дело? Лондон ждет, пока его освободят. Забудь про Кроули. Ну что бы сказал отец? О, отец. Ты можешь продолжить его дело в Лондоне. Освободить потомков от города под властью тамплиеров. Знаешь, Джейкоб Фрай, может, ты и прав. Сделаем это. А почему и нет? Давай. В Лондон. Во вкус от этого творения Абстерга. Но мне нужно связаться с Шоном и Ребеккой. Вряд ли стоит нападать на тамплиера. Доктор Грамматика! Ну же, Изабель! Какой сюрприз! Наши друзья скоро придут сюда искать артефакт. Когда выясним, где он, дам вам знать. Отлично. Рад был видеть. Кретин. Из-за таких, как вы, у нас, историков, дурная слава. Боюсь, сегодня у меня нет на вас времени, мистер Гастингс. Спасибо. Вы упростили мне задачу. Твою мать! Да, паршиво. Мистер Берг, агент Дакоста, прошу, разберитесь. Пошли! Поймать их! Им нужно было только немного подождать. Чуть не сорвали нам всю операцию. Тебя синхронизируют с Джейкобом и Иви. Найди что-нибудь, что поможет нам взять реванш. И поспеши, на кону человеческие жизни. Удачи. Год. Аль-Таир ибн Ла-Ахад становится главой Левантийского братства и производит в нем множество изменений. Ребекка. Бурлящий Лондон. Все, как описывал отец. Так, найдем Генри Грина и спланируем атаку на тамплиеров. Что за мистер Грин? Лондонский ассасин. Ты что, не слышал первые три раза? Не слышал что? Эй, ты чего? Простите, сэр. Украл у него что-то. Эй, а ну вернись, гнусный воришка! Стой! Ну что, теперь надо ловить его сразу? Мелкая тварина. Ладно уж, бандит недомерок. Живи! Так, так. Здорово, парни. Это наш район.
И я тебе придушу и пересчитаю. Со всеми он не справится. Ну, посмотрим. Переключись ты на другого уже, ё-моё. Распотрошите его. Угу, распотрошите. Как тебе такое? Отлично. Что еще нам предложит Лондон? Действительно. Не время для экскурсий, Джейкоб. Нам нужно найти Генри Грина. Я же всегда лазила быстрее всех, а? Не быстрее меня. Кто быстрее до верха? Ой, идите нафиг. Короче, мы продолжим в следующей серии. Ребята, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.